пиво Бочкарёв. Здесь все выбито на стекле, блядь. Белый колос, нефильтрованное, блядь. С легким фруктовым соком. Сразу могу сказать, да, что-то такое есть тут. Слегка. Алкоголь 4,5, то есть слабое пиво. 10,5 экстрактивности. Сейчас посмотрим, кто их изготавливает, вообще хуй. Ну, Бочкарёв я понял. Кстати, Бочкарёв пиво, блядь, раньше всегда, блядь, нормально делали. Да. Но состав какой, сейчас посмотрим. Секундочку. Прошу вас. Так как я нахожусь, блядь, в сельской, блядь, не в сельской местности, а в местности вообще, блядь, городской, нахуй. Блять, сука, нихуя не видно. Сейчас, секунду. Мне на камеру плохо видно. Я лучше так зачитаю. Вода питьевая, ячмень пивоваренный. Вода питьевая, ячмень пивоваренный. Солод пивоваренный, ячменный, светлый. Ароматизаторы пищевые. Значит, гуморак. Какой-то хуй, значит, за хрень. Лимонный кислот. Ну, короче, лимонный. Ну, короче, такая хуйня. Все, заново. Вода очищенная, блядь. Сол пивоваренный, ячменный. Пищевые, натуральные, блядь. Ароматизаторы. Гуморбиак, или как его хуй выговоришь, короче. Лимонная кислота, мочевая, молочная кислота, нахуй они тут нужны, я не знаю, но, блядь, ну, лежили тогда, блядь. Бензазна, трясёшь, что ли, блядь, и всё, и здесь список, нахуй, блядь. Короче, какое-то говно, блядь, по составу какое-то говно. Белый колос, Бочкарёв, нефильтрованное, 4,5 градуса. Ну, я сразу могу сказать, я уже его попил, блядь. Что-то не то, для нефильтрованного пива, блядь, это что-то не то, блядь. Не, ну, для качественного не дотягивает что-то, блядь. Чувствую всякое кислинка, я не знаю, то ли молочная кислота, то ли лимонная кислота, блядь. Ну, всякая параша чувствуется, блядь. Кислая, блядь. Слегка. Отдает каким-то дерьмом, блядь. Это нихуя не качественный, не фильтрованный пиво, блядь. Но для дешмана пойдет, похуй, ебать. Кстати, почему я купил, блядь? Полтинник, что ли, блядь, или 50... А, 55 рублей в Магните. Ну, магазин Магнит у нас есть такой, Магнит, нахуй. 55 рублей, блядь. Хуета, короче, конченая, блядь. Оно вообще невкусное, сука, пиздец, блядь. Ебать, не фильтрованное. Оно даже ну, не фильтрованное, это, блядь, нихуя не похоже, блядь. Я не хочу особо сниматься, вообще скажут, блядь, какого хуя, во-первых, ты снимаешь, во-вторых, мне самому нехуй, мне вообще похуй. Мне главное разговор. Какая ты говно, блядь. Фу, блядь. Если взять Левин Вайс какой-нибудь нефильтрованный, блядь, германский, нахуй, ебать, там охуеешь по сравнению с этим, блядь, это вообще ничто просто. Это вообще полное конченое дерьмо, блядь, по сравнению с Левин Вайсом, блядь, например. Вот, ну, германский такой бывает, Левин Вайс называется, если что. Вот эту пшеничку я советую, да. Она вообще ядерная, вообще охуительная. Вообще просто, блядь. Ну, это для любителей пшенички, правда. Там ебать, там только, блядь, глоток делаешь, там прям тебе как будто, блядь, все зерна пшеницы тебе прям в глотку впиваются, блядь. Вот это вот правильно сделали.
А это чист говно, блядь. Нихуя ничего, блядь. Я состав, даже по составу уже все понятно, блядь. Как это лимонная кислота, молочная кислота. Нахуя они сюда налили, я хуй его знаю. Но пиво, блядь, выпить-то можно, но само оно дерьмо, блядь. Если честно, блядь. Фу, блядь. Ебал я нахуй. Хуй знает, короче. Чувствую что-то неестественное, как это ёбанье, блядь. Неестественная кислота, блядь. И неестественные привкусы, блядь. Как будто не с пива, блядь. Как сказать-то, блядь. Как будто отдельные ингредиенты туда добавили, дебильные какие-то, нахуй. Ну, собственно, как есть составили. Но с этого Бочкарова раньше были некоторые пиво нормальные, я не спорю, нахуй. Я сам их пил, блядь. И они были нихуевые. Это как... Вот это вот говно не берите, короче. Это шляпа, шляпа вообще конченая, ладно.